Доброе понедельничное утро! Разве так бывает? Конечно, если вы начинаете день со stopgame.ru. Пару недель назад я рассказывал вам о том, как сообщество игроков изучало подозрительное приложение Tender от Paradox и находило в нем кучу намеков на новую игру во вселенной Vampire the Masquerade. Теперь о скором анонсе можно говорить с еще большей уверенностью, конечно, если это не чей-то глупый розыгрыш. В сети всплыла некая переписка боссов Tender, то ли якобы слитая, то ли еще что-то в этом духе. В ней встречаются слова «Тин», «Трал» и «Хантер» — термины из мира игры. Упоминается некое тестирование в Нью-Йорке, а также крупное событие в Сан-Франциско, назначенное на 21 марта. В нашей реальности это аккурат дата проведения GDC — конференции разработчиков игр. Плюс на Твиче был обнаружен канал Tender Beta Control Group, где транслировался зацикленный ролик под названием Project Chimera, в кадрах которого многие разглядели пирс Санта-Моники. Это часть локации из оригинальной Bloodlines. Так что можно рассчитывать не просто на проект во вселенной Vampire the Masquerade, а на продолжение или переиначивание легендарной экшен-RPG. До предполагаемого анонса чуть меньше месяца, и, скорее всего, авторы еще не закончили заигрывать с публикой, так что мы продолжим отлавливать интересные факты. Опять же, по следам предыдущих инфактов. Безжалостная система лутбоксов, что была недавно введена в Black Ops 4, оказалась просто-напросто грабительской и словила волну хейта, теперь поумерила свои аппетиты. Свежее обновление вносит ряд правок, направленных на предоставление игрокам большего количества бесплатных кейсов. Они теперь падают за каждый час геймплея, а не за два, а также вручаются за каждый уровень в боевом пропуске, когда игрок преодолевает 100-й уровень. И в итоге получилось так, что после завершения пропуска вам будут дарить лутбокс всего за одну победу в день. Очередное доказательство того, что лучше все же не стесняться высказывать свое недовольство касательно той или иной политики издания. Освежим новостную ленту новыми лицами. The Occupation — игра, что была анонсирована пару лет назад и потом пропала из информационного пространства, решительно напоминает о себе 10-минутным геймплейным трейлером с заявлением о том, что релиз случится уже 5 марта. Разработка White Paper Games представляет из себя детективный триллер с миром, существующим независимо от игрока. Большое значение имеет то, в какое время и в каком месте вы окажетесь, поэтому главный герой постоянно поглядывает на наручные часы. История The Occupation стартует в 1987 году на северо-западе Англии. Игрок возьмет на себя роль журналиста, который расследует причины взрыва, унесшего множество жизней. Судя по всему, геймплейная основа будет состоять из диалогов и стелса. Игра выходит на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Еще один любопытный проект — Airborne Kingdom, разрабатываемый выходцами из Visceral Games. Это градостроительный симулятор, скрещенный с исследованием рандомно генерируемого мира. Ваше поселение левитирует в воздухе, и его вроде как даже надо застраивать с учетом возможного крена. А на грешной пустынной земле обитают другие цивилизации, с которыми надо всячески контактировать, тем самым добывая ресурсы, технологии и людей. Среди источников вдохновения упоминаются Frostpunk, Sunless Skies и Faster Than Light. Релиз, к сожалению, еще не скоро, когда-то в 2020-м. Продолжаем осматривать представителей, так сказать, второго эшелона индустрии. Horror Close to the Sun перенесет игроков в альтернативный 19 век, где Никола Тесла стал самым влиятельным человеком на Земле и начал снабжать электричеством полпланеты, что позволило ему построить корабль Гелиос, куда он созвал все величайшие умы человечества. На этот корабль впоследствии прибывает журналистка Роуз и обнаруживает, что кругом запустение. В причинах такого поворота событий ей и предстоит разобраться. В итоге, по идее, должно получиться нечто в духе BioShock. А теперь, собственно, к инфоповоду. Создатели игры объявили о том, что их продукт становится очередным эксклюзивом Epic Games Store.
Занятно то, что в связи с этим разработчики решили перенести проект с Unity на Unreal Engine 4. Если вы вдруг не знали, комиссия за использование движка от эпиков, если игра распространяется в их фирменном магазине, не взимается. Консольный релиз также предусмотрен в течение года. Я в очередной раз приглашаю вас заглянуть на сайт stopgame.ru. Там, например, можно отыскать пару очередных заметок, посвященных The Outer Worlds. Game Informer продолжает делиться эксклюзивной информацией. И на этот раз издание прошлось по игровым компаньонам и фирменному юмору Obsidian. Но это ладно. Вы, главное, про наши материалы не забывайте. Вот, например, точно все посмотрели первый документальный фильм от SG. Титанический же труд. Реально куча годной инфы, интервью с участниками подпольного рынка и занятные точки зрения. Если забыли, напоминаю. Если пропустили, ссылка в описании. Все, хорошего вам настроения. Увидимся.